ребята, меня зовут Марьяна, это мой канал, и добро пожаловать на него. И сегодня мы узнаем, что же у Марьяны Ро скрывается в сумке, а точнее в рюкзаке в виде бабочки. Потому что она, точнее я, бабочка. Короче, давайте посмотрим, что же у меня находится в этом рюкзаке. И первое, что мы достаем, это расческу. Я люблю расчесывать волосы, но не сегодня, поэтому я сделала такой конский хвост, но волос мало, поэтому получился крысиный хвостик. Я лысею, извините. Следующее, это помпончик. Он раньше у меня висел где-то вот тут, но он однажды оторвался, и я решила, что пускай он у меня будет теперь храниться внутри этого рюкзака, не снаружи. И еще у меня есть вода. Да, она помещается вот в этот маленький рюкзак. Я люблю пить воду, я пью воды очень много. Господи, что за это? Приятно, что такое? Это помада, помада. О, кстати, этой помадой я всегда крашу свои губы, когда я на каких-то съемках, потому что чаще всего у меня губы бледные на съемках, я не знаю, с чем это связано. Короче, эта помада Wet n Wild, она очень классная, она типа нюдовая, но не нюдовая. Помада легко и мягко наносится и ощущается, как вторая кожа. И смазывается. Это супер. Так, пудра. А вот что касается пудры, она хорошо приспосабливается к любому оттенку кожи. Это странно, но классно. И выглядит неплохо, достаточно, естественно. Итак, почему я всегда говорю «итак»? Ну потому что «итак», ну а как еще говорить? Следующая вот эта. Нет, ты следующий. Тональная основа. Кстати, ребята, тональный крем «Фотофокус» реально не бликует ни на одном из 7 типов разных освещений. То есть лицо получается всегда идеальным. Что на фотографиях, что на видео, что в жизни. Надо же как-то прыщи замазывать, ну. Итак, салфеточки. Ой, это салфетки для деликатной зоны. Извините. 18+ надо будет поставить. И носок. Я помню, как-то я одевала этот носочек, и что-то пошло не так, он у меня загрязнился на пяточке. Это очень странно, почему именно на пяточке. То есть тут все чисто, как вы можете посмотреть, ревизора. А следующее у нас это... О, это полароидные фотографии. Фотография. 9 на 15. Короче, да, вот фотографии. Тут я со своим охранником, АК Артем Кей. И тут я просто сижу на своей кухне. Ничего необычного, просто я сижу на кухне. Еще у меня есть ключи от дома. Следующее, это... Что это такое? А, это, короче, это... Зарядка. Но она почему-то для Японии у меня. Наверное, я ее забыла вытащить. Но неважно. Она у меня всегда с собой, почему-то. Следующее у меня тут. Мои наушники за 12 тысяч рублей. Ну и последнее, наверное, это жвачка. Хотя не последнее, тут еще что-то у меня есть. Вроде да. А! Секунду. Что-то нащупала. 5 рублей. 5 рублей нынче... Большие деньги, я вам скажу. На 5 рублей можно купить хорошую погоду. Вот просто кидаешь вот так вот на улицу и говоришь, на хорошую погоду. И хорошая погода на следующий день. Работает, проверено блогером Марьяной Ро. В принципе, это было все в моей сумке. Как вы видите, умом я не блещу и таскаю всякую фигню в своей сумке. Да и сумка у меня такая, знаете. Я даже не знаю, как это назвать. Короче, для Марьяны Ро. Нормально. Внимание! Спасибо за внимание. Я пошутила. Конкурс! Подпишись на Wet n Wild и напиши конкурсному посту. Какой необычный предмет можно найти в твоей сумке? Как говорится, выиграй супер косметику, как у Марьяны Ро. То есть у меня. Подробности читай в описании к этому видео. Ну что ж, ребята, на этом было все. Я надеюсь, вам было интересно, что в моей сумке. Я сама немножечко в шоке от тебя, потому что зачем я ношу носок? Это странно, как минимум. Короче, неважно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Или подписаны.
А также не забывайте подписываться на мой Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте, Мюзикели, чтобы они вас больше ели. Не знаю, я что-то сегодня с рифмами, у меня очень хорошо. Мария Наро, люблю. Пока. Девочка топ.